тоже нашла. Потом мы вот купальню тоже выбрасываем. А зачем вы выбрасываете? Мы, нам лишний жир не нужен. Вот так вот свернули трубочкой, а нам... Сварить, а, да? Нет, ну можете сварить, но я, к тому, что свернули трубочкой, она много места не занимает. Положили ее в морозилочку, а холодильчик собрали сварить, ее положили, это натуральный желатин. Выварилась. А потом собачкам, кошечкам кому-нибудь отдали. Да, молодец, тоже варит. Вот, и я прошла. А это натуральный желатин. Она много места не займет. А вообще, если набралось побольше, там 3-4 шкурочки, да, все вместе их сложили, вот так завернули, ниточками завязали, отварили. Ну, и получается очень вкусный рулет. А потом, да, да. Вот, а когда отварите, она же вот этот желатин свой отдаст. Туда приправочки, можно морковочки, лучку. Положили в какую-нибудь, вот, вот трубочка у вас, да, завязанная, положили ее в холодильничек, она остыла, развязали, она вся склеится и развариться не будет. Вот такой толщиной нарезали, вот так вот, у вас получатся такие красивые колечки. Положили их в тарелочку, вот этим бульончиком залили, заливное необыкновенное. Шкурка мягенькая, ее 4 часа надо варить, она будет нежнейшая, и все. Закуска обалденная. Еще потом будут спрашивать, из чего вы такую вкуснятину сделали, и будут еще просить и удивляться, что это из шкурок. На самом деле, просто если руки приложить, можно же очень много что придумать. Ладно, спасибо. Пожалуйста, а этот желатин, он вообще как бы полезный для костей, для суставов. Вот, вот и пожалуйста. Так ее, в принципе, вот как бы говорят, вредновато в сыром виде есть вредно шкуру. Да, да. А когда вываривается, это же желатин натуральный. Mm-hmm. Чем брать вот химический желатин, вот натуральный. Да, пожалуйста. Тогда синичку повесить. Да. Вон собачка. На улице мороз. Повесили на веточку, зацепили, они будут клевать. Оно вот это вот все сало. Они все-все-все склюют, останется одна голая шкурка. У меня вот дедуля один постоянно приходит. Нам не надо эту шкурку оставлять и вешать куда хотите. Но все равно выкидывать будем. Зачем? Все с вами ясно. Я дальше шкворечник построю, тогда будем брать шкурку. Ага, хорошо. Да вот дедуля, если приходит, мы это не... Ну да, вот он приходит, я ему отдаю для синичек просто так. Сегодня пришел, взял сальце, я говорю, привет, синичка. Хорошо, передам. Получите, распишитесь. Спасибо, до свидания. Пожалуйста, до свидания.